Общественность обсуждает наряд певицы Алсу и образ экс-солистки группы Виагра Веры Брежневой. Певица Алсу не смогла пропустить одно из самых долгожданных событий этой зимы. В субботу, 1 декабря, в СК «Олимпийский» состоялся ежегодный фестиваль «Песни года 2018». Среди приглашенных артистов также были замечены выпускница «Фабрики звезд» Юлианна Караулова, Кёти Топури, Елена Темникова, украинская певица Светлана Лобода, Олег Газманов, Полина Гагарина, Лариса Долина, Николай Басков, Жасмин Денис Клявер, Диана Арбенина, Филипп Киркоров, Таисия Повалий, Ирина Аллегрова, Кристина Арбакайте и Михаил Земцов, Валерий Леонтьев, Виктор Дробыш, певица Валерия, Лев Лещенко, Аркадий Укупник, Ирина Дубцова, Дима Билан, Александр Малинин, Владимир Пресняков-младший, Александр Панайотов и многие другие. Поклонники оценили новый образ певицы Алсу, которая, к слову, воспитывает троих детей: 12-летнюю дочку Софину, 10-летнюю дочку Микулу и 2-летнего сына Рафаэля. Для выхода в свет исполнительница выбрала облегающие кожаные брюки, куртку с блестками модного в этом сезоне серебряного оттенка и остроносые сапожки с металлическими вставками. Примечательно, что образ светской львицы многим напомнил наряд экс-солистки группы «Блестящие» Веры Брежневой на вручении премии «Новое радио 2018». У Алсу сапожки, как у Веры Брежневой, пользуются советами одного и того же стилиста. Блестки и серебро у Алсу куртка, а у Веры переливающиеся бюстии. Дерзко, но со вкусом. Новый тренд – сапоги с металлическим мыском, отметили поклонники.